Приветствую всех. Хотелось бы, конечно, чтобы мы собрались больше, потому что на самом деле ребят вовлекалось в проект больше, но тем не менее я очень рада, что нам удалось сегодня встретиться все вместе. И расскажу вкратце о результатах вот нашего проекта, который был ориентирован на вас в первую очередь, на молодежь села Вдарма. И в рамках проекта мы проделали такой хороший плодотворный путь с активностями. Мы провели академию лидерства для ребят. Все начиналось с нее на самом деле. И мне очень радостно, что ребята сначала очень стеснялись, были неуверенными, не понимали вообще, что это такое, для чего это, зачем их дергают. Но потом вовлеклись и прошли обучение, научились взаимодействовать с представителями органов власти и, в частности, вести диалог с примаром. Хочу отметить, что по результатам Академии лидерства ребята написали проект, такой мини-проект для молодежного сообщества на местном уровне, и получили финансирование в размере 17 тысяч лей. Помимо того, что ребята написали сами проект, были проведены ряд активностей, прошли информационные семинары на тему органы власти, что такое органы власти, как они функционируют, чем занимаются, для чего они в принципе существуют. Помимо этого была встреча с предпринимателем, предприниматель, действующий с вашего села, правильно? Кроме того, что было вот проведено ряд действий, самое главное, что вы решились сделать молодежный совет и инициировали это действие. Мне радостно, что ребята вот смотивировались после проектных каких-то действий и проявляют себя. Кроме этого, у вас появился молодежный центр. Поверьте, это очень крутая возможность, потому что в Гагаузии молодежных центров на самом деле практически нет, на пальцах пересчитать. И это возможность развивать молодежный совет, привлекать молодежь в центр, проводить различные обучающие мероприятия, различные досуговые мероприятия. А мы со своей стороны в рамках проекта еще хотим вот передать небольшое техническое оснащение, которым вы сможете в принципе пользоваться и проводить разные мероприятия. Мы передадим на баланс примарии это оборудование, чтобы вы могли уже пользоваться здесь на месте. Это ноутбук и проектор, как вы закладывали в мини-проекте. И хочу поблагодарить в первую очередь ПроЕвропу, а также неправительственную организацию «Мамы в действии», поздравить нашу молодежь с первыми достижениями. Это ваша заслуга, ваши достижения. Да, как отмечено было, то, что вами реализовано в рамках этого проекта, то, что вы выиграли, оно передается на баланс примарии, но оно для вас. Вы, молодежный совет, приходите, пользуетесь, берете это для вашей работы. За короткий период времени мы видим шаг за шагом, как вы делаете успехи с каждым днем все больше и больше. Я желаю, чтобы вы на этом не останавливались, чтобы вас становилось больше, чтобы молодежь побольше присоединялась к вам, чтобы у вас появлялись новые идеи, новые желания, идеи не просто на уровне идей, а идеи, которые вы будете продвигать и реализовывать. Успехов вам и всего самого доброго. Мы начали продвигаться, делать что-то для себя, для нашего села, для молодежи. У нас появилась своя, скажем так, компания, в которой мы дружно общаемся. Мы подружились и стали, скажем так, как единой семьей. Это очень много изменило и очень много значит. Вот. Я хотела поблагодарить вас всех,
абсолютно всех за то, что вы сумели изменить нас. Я чувствую не только, как изменилась я, а как изменились вот прям девочки, которые раньше не хотели ничего делать. Ну, это чувствуется, а сейчас у всех появился какой-то стимул, интерес идти дальше и продвигаться. С самого сентября проводились у нас в селе мероприятия в виде тренингов. Благодаря этому мы поняли, что от молодежи тоже в нашем селе многое зависит. И мы также можем проводить мероприятия и разные праздники. Поэтому я бы хотела сказать спасибо большое вам, Елена, и Славе за то, что вы все-таки приехали к нам и дали нам возможность тоже понять, что мы, молодежь, можем что-то сделать. Спасибо большое. В молодежном совете всего лишь полгода вместе с Алисией Александровной пришла, но за эти полгода произошло очень много всего для меня вот эмоционального. Это вот вы, не просто повод выйти из дома, это стимул выйти из дома, отложить телефон, обратить внимание на что-то новое, идти к чему-то, творить что-то. Вот. Я совсем недавно в совете, но мне это дело очень нравится. И я рада, что меня сюда приняли. И у меня есть возможность проявить себя. И здесь, правда, каждый друг друга слушает, поддерживает и может что-то подсказать. Я хочу, наверное, сказать самое главное, что важно то, что вот мы заканчиваем, да, проект, но остается что-то, что вас движет дальше, и вы можете себя проявлять, самостоятельно проявлять и развиваться уже не потому, что вам сказали, а потому, что вы действительно этого хотите. Вы именно проявляетесь, вы самовыражаетесь, вы можете раскрыть свои способности. Это очень важно. И вы можете это сделать без нас, без какой-либо поддержки, только исходя из внутренней мотивации или из внутреннего желания и понимания что-то менять, что-то делать и что-то улучшать вокруг себя. Вот это самое главное. Поэтому я вам желаю всегда светить, гореть и двигаться вперед.